Независимый депутат, председатель партии «Национального единства» Октавиан Цыку в пятницу обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить недавно принятый закон о функционировании языков, также называемый о статусе русского языка. Он заявил, что закон был принят без соблюдения процедурных норм, противоречит Декларации о независимости Республики Молдова и многим положениям Конституции. Хотя основной закон признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, он не подразумевает, что русскому языку можно придать приоритетный статус. В Республике Молдова проживает чуть более 4% этнических русских, и определение языка одного из нацменьшинств с такой долей от общего числа населения в качестве языка межнационального общения нарушает принцип равенства, прописанный в Конституции. По мнению Октавиана Цыку, возможность обращаться к чиновникам на русском языке, право которое обеспечивает новый закон, автоматически косвенно придает ему статус государственного, что также противоречит основному закону Республики Молдова.